патриарх Кирилл встретился с Папой Римским, когда они облобызались, когда патриарх Кирилл сказал, что это его брат, Папа Римский, а католики наши братья, то я перестал поминать его на Евхаристии, молиться за него перестал. Рассказал все это прихожанам много раз на проповеди, доводил людям, что католики наши не братья, что нам Папа Римский никакой не брат и не отец нам. Латиняне это и были всегда латинянами, это ересь латинствующая, а чем дальше, тем хуже. Но мы все знаем с вами, что весь епископат до одного, все, можно сказать, предали Христа, предали церковь. Ни один епископ Московского патриархата не сказал ничего против, все молчат. Священников, которые об этом начинают говорить, их просто снимают. Снимают, убирают, запрет отправляют. Так случилось и со мной тоже. В 2018 году запретили меня служение, пришлось все передавать, все я передал, все церковное имущество передал, финансовые все документы передал. То есть никаких ко мне претензий не было. Потом у меня был разговор с епископом Августином. Из этого разговора я понял, что какой действительно лукавый и лживый епископат Московской патриархии на примере епископа Августина. Мне он говорит, что я тебя понимаю, отец Сергий, но мы ничего с тобой не изменим. А патриарха Господь подвесит за свои штучки. Сказал в конце разговора, что он ко мне ничего, никаких претензий не имеет. А потом он пишет заявление, идет в прокуратуру. Меня начинают делать обыски у меня в квартире. Забирают компьютеры, ищут какие-то документы, ничего не находят. Сфабриковали дело, сляпали, можно сказать, грубо говоря, если так.